Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Во вторник в Самарской области тепло и солнечно, без осадков. Температура днем плюс 16, плюс 18, ночью 8-10 градусов с плюсом. Ветер преимущественно южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 16 градусов, в темное время суток плюс 9. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 17, ночью плюс 10 градусов, южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время плюс 16, ночью 8 выше 0, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.